учасники соревнований, уважаемые гости, уважаемые руководители, хотел бы от имени Украинской ассоциации футбола в лице президента Павелка Андрея Васильевича, от имени президента детской юношеской футбольной лиги Борта Виталия Петровича поздравить вас с завершением тяжелого сезона, финального турнира. Финальный турнир удался, были эмоции, были страсти, к сожалению, были и травмы. Но это футбол, без него не обойтись. Поэтому сегодня была команда одна победителя. Были призеры у нас, ну, хотелось бы поздравить еще раз вас. Прекрасно сыграли, отдавались, тяжелые водные условия. Ну, хотелось бы также пожелать вам здоровья, самое главное, без травм. А победы будут, поверьте, они будут. Будут победы, будут и поражения. Хотелось бы, чтобы больше было побед. Спасибо вам. Слово передать. У нас присутствует на церемонии, торжественной церемонии закрытия соревнований начальник управления по физической культуре и спорта города Черновцов Макаренко Дмитрий Васильевич. Передаю ему слово. Доброго дня, шановні присутні, команди, судді, організатори, вболівальники. Насамперед дякую вам за цю прекрасні емоції, які ви нам подарували на цій фінальній частині. Також хочу подякувати дитячо-юнацькій футбольній лігі за високу довіру, яка була надана місту Чернівцям, щоб приймати фінальну частину чемпіонату України. Команди, як вже було сказано, всі боролись, всі йшли до перемоги, але, на жаль, в спорті переможець лише один. Тому всім командам я дякую за прекрасну гру. Ну і, звичайно, оплески переможцям. Вітаю. Спасибо. Я хотел бы напомнить, что в этом году у нас участвовало 82 команды среди нашего возраста, нашего 2004 года. Поэтому в финальную четверку с 82 команд вошло 4 лучших. Поэтому вы сегодня все, в принципе, победители. Лучшие команды своего возраста. Ну и сейчас бы я хотел перейти непосредственно к церемонии награждения участников, призеров соревнований. Хотел бы сейчас наградить арбитров финального матча. Награждается арбитр финального матча Родин Иван. Дмитро Васильевич, фиксуйтесь на фото сюда. Да. Награждается четвертый арбитр Мандзюк Иван. Юрий. Награждается ассистент арбитра Четвертак Никита и Чебан Алексей. Да, сюда. Мудакович. Сегодня команда детско-юнского футбольного клуба «Атлетик» город Одесса, которая заняла четвертое место. Команда награждается дипломом Украинской ассоциации футбола. Спасибо, Дюфуга, «Атлетик», город Одесса. Теперь пройдемся по номинациям. Награждается кращий вратарь турниру. Награждается кращий вратарь, лучший вратарь финального турнира. Это у нас есть футболист команды Полесье Житомир Зайченко Денис. Зайченко Денис провел 2 игры на 0, поэтому заслуженная награда. Спасибо, Денис. Награждается лучший защитник. Игрок команды «Молодь», город Полтава, Близнюк Игорь. Награждается лучший полузащитник.
игрок футбольного клуба «Буковина», город Черновцы, Маркин Евгений. Очевиден, это игрок команды Полесье, город Житомир, Майдан Максим, который забил 4 гола. Награждается команда «Молодь», город Полтава, которая заняла третье место в финальной части чемпионата Украины по футболу. Ребята награждаются кубком, медалями и дипломом за третье место. Ребят, проходите медали, вы заслужили. Молодці, гарно грали, все нормально. Залишайтесь там, кубок вам має вручати, там лишайтесь.
капітан команди. Ні, може біля команди, щоб було так. Давайте, вся команда. Підходіть, ребята. Або ви туди, Юр. Отак до команди там вручаєте, і вони, як робиться на великих змаганнях, так? Чемпіон України сезону 2018-2019 року команда «Полесія Житомир». Все, ребят, большое спасибо. Соревнования закончены. Всем огромное спасибо. До новых встреч. Команда может.